Какой-нибудь. Нет. Упсурд. Нет. Хуйню какую-то. Зубы на весь рейд. На весь рейд или на тот, кто в шарике? На тот, кто в шарике. То есть ты на роботе сможешь всем агрос снижать? И еще до кучи, на профе, к примеру, нас зеленый пиздит в углу, мы хуяк, я купол, и всем заебись. Не можно не хилить, да? Майя, куда полезла? Ну, не 40%, конечно, но 25% все равно приятнее, чем нихуя. КД 3 минуты и всего 7000 маны. Всего-то. Учитывая то, что у тебя мана всегда на нуле, всего-то 7000. При том, что внутреннее сосредоточение не работает. Только что проверил. Ну, мана, это репорт мана. Пишу. Оно должно работать по-любому. Кто ФКшек, по-моему? А где Женёк? Блять, я думаю, чё я по мане так сажусь? Я ж, блядь, в дешмоте, ёбаный стыд. Лен, если что, вот эти вот птички, фениксы, они ману выкачивают из всего рейда. Ежесекунд. Какие сучьи птички! Поэтому чё ты не оденешь, тут разницы не будет особо. Лена, я тогда когда заходил за твоего приста... Всю голду потратил. Честно, немножечко облизываюсь, потому что я зашел за твоего приста и теперь навожу когда на сумку на золото, и все твое золото у меня зафиксировало. Пишет общая сумма, та самая сумма. Не буду говорить, какая. Лена у нас богатая. Лена мажор. Блять, пашет в зуломанах во всяких, блять, и прочей хуйней занимается. Лена хуярит, дай бог. Кирс. Предлагаю Лену раз... А кто с ней всякие зуломаны ходит? Блять, да подождите, не перебивай. Я говорю, Кирс, блять, мне моя отвечает, я, она думает, киса, говорю. Шо. У тебя там на вагу есть этот выход, да? Что-то он офнулся и потерялся. Скажи, что он нужен нам. Да, ну, это ГП. Сейчас гляну. Он, может, просто не в Дисе сидит, поэтому... Да хуй, я вроде писал куда-то. Куда я писал? Так он и не хуй знает. Пала мне сидит. Сейчас он придет. О, Миша. У нас Беладон сейчас подойдет. На 15:20. О, вагон зашел. Погнали, вагон, пошли, подымаж варом своим. У него ворота 3 декады? Задонит. Да, Миша? У него же вагонный вар, какая-то эти декады. Да то, сука, с брюлями. Брюлей в нем больше, чем, блядь, у нас полрейда. Не знаю, у меня дохуя брюлей. Я говорю, больше, чем пол рейда, но не весь рейд. Ну, пол рейда, блядь, ну посчитай, одного меня больше же брюлей, чем него. Тебе пол рейда. Гена зашел. Гена, кстати, тоже вышел из запоя? Он не входил. Вот еще от некоторых. Входил? Нет, он не в запое, он просто другие игрушки играет. То есть, если я играю в другие игрушки, это, блядь, в запое. А если я играю в другие игрушки... Конечно. Так он приходит, когда просят. Да. Его тоже неделю не был на прошлом году. У нас это примерно так распространяется. Гена, у нас Джайна. Хорошо, сейчас зайду. Гена, у нас РСХМ. Хорошо, сейчас зайду.
Примерно так это разработано. Лена Воронка, а Лены нет. Лена, Воронка, она не заходит. Пока тебя не было, воронок не падало. Вот, видите, я падала. Ты вчера вспомни, сколько попадало. Ну, это в конце, а в самом начале сколько было, вот до Гидроса сколько было воронок включительно? Ну-ка. То есть, Лена, на аукционе там десяток, наверное, продался, купился. Мы убили Гидроса, и у нас не было, не упало ни одной воронки до Гидроса. Так с ней у нас тоже не падало. Ты ноль на что не умножай, все равно будет ноль. Зато когда пошли к Вайше, перед Вайше три воронки упало. О, у так. Вайше еще две. Демона нету в рейде, да? Как видишь, нет. Хуёво, чё. Я ещё смотрю, мага нету, они есть. Могу после первого босса кому-нибудь дать место. Нет, мне нужна инта. Я могу теперь... бафнуть тебе инту и выйти на 60 минут. Блять, кто-то опять кольцо хочет мое забрать, да? Кто это? Не, кольцо нет, у меня сегодня запад. А, ну все. Ты... Мне со всего ока остались только запы. Все, больше мне ничего не надо. Ты иди плечи забирай. В смысле плечи? Зачем мне плечи? Не знаю. Чтобы в первом рейде не забрал сегодня. Или завтра. Ты предлагаешь мне с шамана зайти сюда, чтобы забрать плечи, что ли? Или что? Нет, шаман и маг разные плечи. Я в курсе, я потом и спрашиваю. Там еще пухан появился. Он писал, что не будет. Где второй шаман? А что, так, блядь, можно было, да? Второго же шамана брали в повышенный рейд. Где он? Какой-то Измаил, вот, Измаил. Да его кикнуть надо, он не ходит вообще. А, сори. Всем привет. Привет, где? У нас у Харсиса 2-5 теперь. Да, кстати, да. Когда начинать собираетесь гулять с этого Лара? Или вы же трэш прочистили? Трэш почистили, мы уже Лара. Почистили с умонием. Это... Старик, выкинь пока на замену. Я только через 15 минут смогу подойти просто. Минут 10-15. Если кто-то... Если есть кто-то... Ну, тут типа 23. Мы никуда не спешим. Да? Это типа Валара так убьется. Ну, вообще да. Ну, в принципе, сука, пати берет нахуй, а сам отсутствует. Вот это. У меня, может, это... У Линфака тоже стоял аддон. Авто... Ну, автоматически принимал приговор. Да, потому что он меня предупреждал, что ожидает. Погнали, чистые, погнали, да, робота трэш чистит. Все равно его чистит. Может, кто подойдет? Можно отойти на 2 минуты? Бутылку? Там Беладон вроде писал, должен тоже подойти. Ну вот, да, принцесс Беладон, я говорю, да пошли, пока трэш почистим. Вон там вагон на сове сидит с блоками Магиридона. Да, Миша? Сова, АФК. Может, третью карту получишь, тогда буду ходить. Конвест, ты тогда тут? Да, уже Т5 никому не надо будет. Ты там вроде на вторую карту ходил, мне помнится. Кават, погоди, эти ж мудаки ваншотят. Ну все, бей. Говорю, заходи с собой. Я этот что-то тоже больше бью. Хочешь с собой, давай медведем. Ебать ты собираешься, там сейчас все бабы уже напьются и разойдутся. Где там бабы-то собираются?
Жека, адрес. Приезжай. Куда бежать, говори. Я тебя пропущу. А почему у вас Audi до сих пор без Т5 бегает? Да я сам в ахуе. И, танка, знаешь, нету там... еще под меня в трубе. Да Т5. Ты не поверишь, что надо чаще. В ахуе до сих пор. Почему он без Т5, нахуй? Скоро, блядь, создадим форум, блядь, тему, почему Audi без Т5, нахуй. Не, а почему Audi Т5 не отдается? И почему Audi, блядь, такой король ГП? 2596. Audi, блядь, ты чем занимаешься вообще в рейде? А вот. У него 274-й левел. Сейчас все на мейнспек полутают. Опять он будет их спокойно себе забирать. Это, знаешь, это как Мозер. У него была куча ГП, когда все лутали Т5. Он просто сидел и ждал, пока все сами долутают Т5. У нас вчера руки уже на лоу-спек ушли. У нас и в прошлый раз ушло все бы на лоу-спек, если бы кто-то нормально разрабил. Ну чё, мне-то не пора на шамана Т5 выбирать? Нет еще? Нужны кому? Нужны кому один, плюс они кому-то. Никому ничего не нужны. Я просто сразу сказала, когда за ЗСОК вышли, что я на шамана буду самый последний брать себе Т5. Надо кому по один шамана на мейнспек плюс они кому надо еще? Купи второго загрел, зачем? А, плечи мне надо. Слышишь, тогда это, старик, я, смотри, я, короче, буду там через аддон писать, что мне надо. Если там в списке еще кто-то будет на мейнспек, отдавай ему, ладно? Если я одна буду в списке, то, соответственно. Добро. Все, давай, пока. По улице будешь идти, жопу не виляй. Знаешь, блин, я вот сейчас собирался на улице идти. Мою водку нет, нахуй. Ягиместер бери. Там воронка лежит, ребят. Соком пейте его. Водка моя, мне похуй. Блин, не надо про водку, пожалуйста. Лена, походу ты была в запое. Две воронки. Какие воронки? Ни одной не вижу. Воронки, что, блядь. Лена, воронка. Старичок, воронка. Мне срочно нужно на 5 минут отойти. Как минимум, сэнтик откачивать. Я пойду быстро чай. Так, а где еще одна, друзья мои? Да. Какие две? Одна, да, я так понял? Ну, я тут посмотрел на гильду и встал вопрос, как бы. Конечно, одна, вы меня обманываете, согильдийцы мои любимые. Вот вы меня дрочите. А чё люди не в рейде? Отдачи, Пухан. Пухан предупредил, он сейчас через 10 минут уйдет. Пухан, он пока временно вечернего говорил там на неделю или на сколько там. Не знаю, вчера я слышал только, что он по четвергам на вечер выходит. Но все-таки время он в ДВ-рейде. Это я лично от него так слышал. Уважаемый, я вам... Отдачи? Я вам докладываю, это новый персонаж, я вам докладываю... Пухан меня только что предупредил. Написал всю свои проблемы, так что его не ждите. Да погодите, не агрите, вот чё лок не берет, а? Сейчас через кнопку сделаю. Чё там, старик, подошва на дисплее сегодня? А чё дачи-то не берёт? Чё, контроллер готово? Я в пати. Дайте газку. Ну, тогда ж... Каску... И в танк его. Кто из миликов ливнул? Старый. Отписал. Локи, законтрольте вот этих толстячков. Второй контроль дайте. Иди.
Ничего я не понял, блядь, люди на замене и никого нет. Был у пианиста на этот счет один секрет. Да, смотри, сейчас зайдет. Был ешка. Так-то я лично лутал за эту хуйню. Сейчас, ну, погоди, например, я под конец, когда в рейде, типа, лут распределял я, в конце, получается, в конце рейда, кто был офлайн, я фул не пояснил за инс. А ЕП за приход давали? Уже давно. Давно уже, да. В 12 типа было начало. И теперь беда. Пока что Лёха спит, даю 100% гарантию. Потому что мы сегодня сидели, пиздели до 9 утра. Локи, контрольте, сап дайте этому. Палы дайте, говорю, сапните его. Белка появилась. О, Ауди уехал. А вы говорите мне Т5, ну какой там? Так зачем бить, пока не поставили? Да ты бы еще ввел бы его в начало инста, но отвел чуть-чуть и поставил. Че ты ведешь так далеко тоже? Наверное, потому что могут сагрить. Ауди пора танка с пеками, чтобы знать, что все. Ауди в танк. Я же говорю, Ауди каску даем, сажаем его в танк. Все, поехали. Старичок, ты когда РС-ку будешь обычку собирать? Я просто думал, что это РБК, но ошибся. Нет. Большой РБК на 25 человек. Да хули вы по одному мову вводите, оделись, блядь, собрали кучу, да ёбнули бы нахуй. Ну технически инсты такие, что они не сильно от РБКшек отличают. Да ясен хуй, чё тут такого сложного, блядь? Старая тут книжка. И нахуй она нужна. ЕП за пехоту. Оно было давным-давно. ЕП за вовремя приход. Не, ну если честно, это какой-то кал 47 минут сбора. Но скоро трэш уже начнет резать. В инсте мы были где-то примерно минут в 20. Вот меня с камнесумом пришел, был минут 20. Поэтому мы сейчас тут находимся 27 минут. Че ты там прибыл? Че ты просишь? Че тебе надо? Я понять не могу. Так а что, давайте робота первого убьем, раз уж мы тут. Потом пойдем кола. Что у нас с Ларой проблема? Нет. Просто когда мы были у Лары, у нас был минус 3. А сейчас бежать туда, потом обратно. А так я хоть обижусь, что плечики на мага упадут. Адмирал, есть сопрот купить? Да, могу, да. Товарищи, вчера как бы это, не стал, короче, уже стрим смотреть, ГП начислять сопрот, и еще раз повторяю, добываем себе, вон тут его в рейде покупайте, неважно. РТ было объявлено за 3 дня, не будет сопрота, я прям на месте даю ГП. Начало боя, нет сопрота, я даю ГП. Вчера 9 человек, я простил. Лёха бы по 1000 въебал. Да-да-да. Давайте уже добиваем трэш, убьем этого. Дача незнания правил не освобождает от ответственности. Мне не важно, какой ты новенький, старенький. Читай, вон там правила есть.
Короче, нахуй. Лена, держи. Соответственно, за добычу у меня опять этот лутмастер хуйню срет. Разведите робота. Коватика, коватика, господи. Танков, да, ресните коват кто-нибудь, а Нортия, ресни его быстрее. Тут двое пациков. Прохильте его, коват, забери одного. На тебя, Вадим, мне тебя жалко. У тебя Лена инчатер есть? У меня есть. Да, есть. Короче, буешки на меня кидай сразу, я потом их там, эти разролю, воронки в ГП кину, запишу. Но ешь. А лут, если кому никому не надо будет, сразу диспелишь, ну я имею в виду распил. Чё там никто нигде не появился? Тут я три чела на замене. Еще раз повторяю, я их кикну нахуй. Ну, девка предупреждал, потом кто там следующий. Вага просто куда-то проебался. Ой, подожди, что-то я не понял. А Фрэнсис предупреждал. Но я им ЕП сниму за боссов, если они не появятся. В данный момент их нет. Робота мы и так убьем, это не в этом проблема. Роботи, главное, ману мне залить. И ушли, блядь, фу такими быть. Кстати, охуительная игрушка, на самом деле, я прям юность свою вспомнила. Так, Локи правого баньте, палы саб дайте кузнецу. Этих двух разводите, танки. Хоть один нормальный человек остался. Фимбич, ты опять кого-то не того облизываешь. По левому сыграть. Лайт стэнд. Вот так. Ой-ой, денджер. Там пиздов вставляет. А где тайфун у Саунии? Сейчас опять будет бам. Я же ушел. Добивайте ляму, которого. Тимбыч он одного забрал. Прохильте Тимбыч. Пиздец, это сколько они вот этим кольцом бьют? Нихуя себе, 114 ебал. А... Локи, законтрольте вот этого. Толсть. А Локи Локи сдохли. Все понятненько, вопросов нет. Перезарядка 113к. Нормально. Походу они нас выпнули, сказали пиздуйте Калару. Угу. А мне 150 вообще уебало. Гангаста, а ты тайфун качал? Нет. Ну, к следующему рейду советую. Хорошо. Дядя Лёша вам въебет по 1000 ГП без угрызения совести. Он вам на том РТ, кстати, говорил. Если мне память не отшибает. Может, на этом въебет еще. Ну да, может, еще как вчера зайдет. Пока он еще спит, это я больше гарантии даю. Хотя уже не факт. Три зрителя. Может быть, один из них. Где Драгон? Чек на АФК. Он септик откачивает. Вон точечно поднимаем. Давай я сейчас большого затанчу. Угу.
Лёха входит в игровой мир. Ну вот, готовьтесь. Пилок. Пиздава. Ставьте шкаф. Пошёл Влада перебивать. Что там можно обидеть? Иди, иди, сова, я не шучу. Артись. Готовы контролить? Точнее, если ты как бы... Потолок стоит контроль. Суицидник, можешь оставаться. Ты что, там минус огранит, что ли? Или что? Дядя Лёша обещал за тайфун ГПМ. А почему тайфун нельзя качать? Наоборот. Не ко мне. Там наоборот, почему не качать? А, то что касты сбивают? Угу. Блять, эта кнопка прям посреди вуду вылезает. Чуть-чуть её не нажала. Он под сапом мудака. Локи, не надо освобождать этого. Ну, понятно. Вот, все, бейте этого кузнеца. Нарция, ты тут? Умность, а это твой джип стоит? Нет, у меня нету. А, он у тебя на присте? Да, сейчас. Был ешь. Куда вы пошли? Сюда перейти, здесь и будем это бить. Присуманьте сову. Вон Вага, сейчас попросим его. От администрации есть какие-нибудь новости там, может быть, по этим гейтхаусам или что там еще? Шамано. Захуячили лисички по виду в декабре. Шамано планеркали. Готовят бабки на смену расы. 500 рублей? Каких 500 рублей? 29. 290. 290 рублей? Ну окей. Блять, хоть что-то прекрасное появится. Мне кажется, блять, полдолларяна будет. Надо было узнать, какие у нее расходы пассивки. Да похуй, какие у нее расходы пассивки, это, блять, лисичка. Это, давайте я рыбу ставлю, пол рыбафа делаю. Да есть. Ну, там рыба еще раз. Драгон в танке, воет. Клад в танке. Воет в танк, ой, блять. ДД дракон. Кават танк. Все, я тут. Вы на робота сперва пошли? Да. Так получилось у нас, да. Может кто-то место... Или кому-то плечи нужны? Конечно. Давай, Ген, я уступлю. На мага. Да есть тут место, не надо никому ничего уступать. Ну все, Вагу. В смысле вагу, есть место? Я просто вижу. Вагу. А погоди. Может, Ваге надо? Вот я о том же. Надо ему, не надо? Сейчас спросим. Вообще он мне написал... Ну ладно, неважно. Мозер сиди. Мозер сиди.